On the 19th of May 2020, head of the Luhansk People's Republic, Leonid Pasechnik, issued an open statement addressing the Ukrainian president on military attacks against civilians in his area. Завершенных вооруженными формированиями Украины 16 мая была повреждена линия электропередач Михайловка-Коммунарская, которая питала критически важные для Луганской Народной Республики инфраструктурные объекты, ряд социальных объектов, а также жилой сектор, вызвав серьезные перебои с электроснабжением и водоснабжением Луганска, грозящие нам гуманитарной катастрофой. И подобные обстрелы мирных жителей Луганской Народной Республики и гражданской инфраструктуры украинскими военными в последнее время стали регулярными. During November of 2021, the chief of the General Staff of Ukraine, Lieutenant General Serhii Shaptala, dismisses Western media reports as false. Питання то, що касається ситуації навколо нашої держави, що касається на сході, де йдуть військові дії щодо загострення. Ситуація на даний час вона контрольована. Вона противник не нарощує зусилля. А в Росії так само, як і в нас, проходили навчання Запад 2021. І переміщення техніки не може під час навчань чи під час закінчення переміститися на протязі однієї-двох діб. Були зосереджені війська для навчань, іде повернення військ свої пункти постійної дислокації. То, що сказали, вони пішли ближе до кордону, це навпаки, вони пішли вглуб своєї території. Тобто, говорить, що йде нарощування зусиль біля наших кордонів, такого немає. This is further verified on the 30th of December 2021 in an address by the Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine, Alexei Danilov. Хочу сказати, що інформація, те, що відбувається на нашому кордоні, у нас є в щоденному режимі. Більш того, таку саму інформацію отримують президент України і всі відповідні наші органи. Ми на сьогоднішній день не бачимо великої небезпеки, те, що відбувається на наших кордонах. Є ще день загроз для відкритої агресії з боку Російської Федерації. На сьогоднішній день ми з вами не бачимо. On the 24th of January 2022, the representative of the People's Militia of Donetsk, Colonel Eduard Basurin, held a press conference on the current attacks by Ukraine against his people. Получено достоверное сведение о прибытии для проведения провокации в районе Авдеевки и 40 военнослужащих трех отдельных полков специального назначения Вооруженных сил Украины, ранее прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании в 142-м учебно-тренировочном центре сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Что подтверждает факт подготовки вооруженных сил Украины к агрессии против Донецкой и Луганских народных республик. Все вышеуказанные факты говорят о том, что украинская сторона не просто продолжает попытки дестабилизации обстановки на Донбассе, обстреливая населенные пункты, а полным ходом готовится к силовому варианту решения конфликта. Командование народной милиции настоятельно рекомендует противнику отказаться от своих преступных намерений. Акты украинской агрессии против Донецкой и Луганских народных республик не останутся без соответствующей реакции. Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться. Украинским офицерам и солдатам с целью сохранения своих жизней предлагаем отказаться от участия в боевых действиях и выполнения преступных приказов своего командования. Then again on the 19th of February 2022, Colonel Basurin elaborates on Donbass militia stopping a Ukrainian subversive group. На Горловском направлении военнослужащие народной милиции пресекли попытку проникновения диверсионной группы противника на территорию Донецкой Народной Республики. Вдоль лесополосы вблизи населенного пункта Железная Балка нашим наблюдателям выявлено перемещение двух групп специального назначения вооруженных формирований Украины в количестве 10 и 12 человек. Наши защитники были вынуждены открыть огонь из дежурных огневых средств. Противник понес потери не менее двух боевиков убитыми, трех раненых и был вынужден отступить. По данным нашей разведки, диверсантами был запланирован подрыв емкости с хлором
на территории очистных сооружений в районе Горла. На месте боестолкновения были найдены средства индивидуальной защиты и амуниции зарубежного образца, а также закрепленная на бронежилете экшн-камера. По всей видимости, с помощью нее боевики планировали предоставить своему руководству подтверждение выполнения поставленной задачи. We hope that these reports provide you with a full perspective of the situation within Ukraine and its disputed border areas. Yakut Tobias for CII Radio News.